Всем привет! Давно не снимала влог. Просто как-то не получалось, не было как-то настроения. Ни с чем не связано, сразу скажу. Мне пришли бабочки с Алиэкспресс. Буду вешать их. Могу ссылочку оставить с Алиэкспресс, чтобы вы, если вам понравится, чтобы вы заказали. Вот так вот я делаю, хочу, вот, наверное, все-таки, чтобы они шли вот так вот и шли в потолок. Ну, я не знаю, это такая, в принципе, идея. Сегодня у нас еще фитнес со взрослыми девушками, женщинами. Веду его я, мы чисто там танцуем фитнес-танцы, вот, и танцуем. Час мы занимаемся где-то. Сегодня еще придут у меня дети заниматься танцами. Ставим флешмоб. Там из разных танцев взяли. Учим, уже два выучили небольших отрывка. И осталось еще, я думаю, что еще три хотя бы, чтобы был полноценный такой танец, флешмоб. Готовимся к Дню Матери. Недавно был Покров, могу показать, как у нас была украшена сцена. В общем, и задник у нас получился вот такой, но это сейчас будет не так выглядеть, как это выглядело на концерте, потому что вот у нас еще был свет, его устанавливал наш диджей Володя, по совместительству он световик тоже наш. Он привозил кучу аппаратуры, которую устанавливал наверх, и это все так подсвечивалось, красиво все было. Фотки есть у нас в группе, называется «Культурное овсище». Я оставлю ссылку в описании. Вот, ну вот, вот, смотрите. Еще у нас вот такая неоновая лампа была на концерте. Она служила для того, чтобы, когда выходит Божья Матерь, у нас была здесь, участвовала, и у нее такая белая ткань была на голове надета. Эту ткань по бокам держали два человека, и когда она выходила в центр, вставала, то есть вот это, свет был выключен, и весь свет, который был установлен, он светил в центр синеньким таким, и получалось, как будто она как светится, как сияет такая вот. Вообще телефоны SE, iPhone, очень хороший телефон, но он у меня разрядился, когда ты снимаешь в качестве 1080, поэтому я сходила домой, взяла зарядку, powerbank, чтобы не разрядился. А, вот, недорассказала. У нас, значит, еще есть бунчук, приспособление, когда один человек стоит и держит его, вот палка, а вот эти ленты держат остальные люди, и вокруг, то есть он крутится, а они с этими лентами бегают. И вот такой вот у нас было на Покрове. Еще у нас был сноп-пожинальник. Овса у нас, к сожалению, не было, но мы использовали просто сено, то есть вот так вот сделали его. Вот, еще что хотела сказать. Мы вот готовим вот эти праздники все, да? Здесь их еще не проводили, насколько я знаю, мне сказали. То есть Покров, Солнцеворот, Сороки. Это календарь Арины Родионовны. И хотелось бы видеть больше народу здесь в зале, на этом празднике, чтобы дети готовятся, детям это нравится, то, что мы здесь такое театрализованное действие делаем. Хотелось бы просто попросить, приходите на концерт. Вот, блин, крик души, приходите на концерт. Вот так. Зашли в столовку. Вот такая столовка здесь есть. Просто еще ни разу не показывала. Взяли вот такую пюрешку и две котлетки. Так, мы пообедали. Сейчас приехал глава, привез нам вешалки такие. Вот, в общем, смотрите. Вот такие их осталось собрать. И нужны для того, чтобы нам повесить костюмы, потому что после ремонта у нас не осталось
костюмерной, ну, то есть там убрали все, ну, такие палки, на которых вешать вешалки, чтобы костюмы висели. И вот мы попросили Виталия Олеговича, чтобы он нам, ну, таких вешалок бы где-нибудь достал, и вот он достал, спасибо. Вот, сейчас будем собирать и вешать костюмы. Как-то так это выглядит, в общем, мы собрали три вешалки, вот эту мы не поняли, как... Точнее, у нас сил не хватает, ее вообще надо, можно поднять, что, видите, она отличается, она ниже. Но мы еще сил не хватает, в общем, да, поднять ее. Вот так вот, сейчас будем костюм еще сюда вешать. Так выдвигается. Угу. Такой вот у нас склад костюмов пока что получился. Чуть-чуть. Это все еще часть того, что мы принесли в нашей гардеробной. Тут еще очень много костюмов, так что я не знаю, куда мы их вообще будем еще вешать, потому что вешалок там мало оказалось. Ну, это было, в принципе, предсказуемо, что у нас для нас три вешалки, это ни о чем просто. Все-таки дом культуры тут очень много костюмов. Поэтому вот так. Сейчас видео, которое вы увидите, это часть, кусочек от нашего флешмоба. Там еще, как я говорила, он будет состоять из четырех танцев. Поэтому покажу вам только сейчас кусочек. Вот такой день у меня рабочий прошел, поэтому, кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно же, всем пока!